Всем добрый день, добро пожаловать на наш канал. Заезжаем в солнечную Италию. Уже проходим пограничные эти, нам по идее легковые на той стороне и здесь. А вам ничего не видно, я даже не вижу. Все, заезжаем в Италию. Наш солнечный отпуск, ужас. Горы закончились, ну хотя еще они есть, конечно, но солнышко уже выше гор. Вот они знаки. И впереди Италия. Конечно, Италию, потому что там теплое море. Хотя это еще не точно насчет теплого моря. Ну все, проехали. Никто ничего, естественно, не смотрел. Хотя бывает, останавливают, конечно. Здесь прям пограничники стояли. В прошлый раз мы когда в Бибионе ездили, там не было пограничников, но сейчас из-за футбола до сих пор еще сохранились, и вообще сказали пока сохранить, потому что нелегальные беженцы, все хотят в Германию, все хотят в Европу. Честно, последние 70 километров, ну, прям были очень похожи на Италию. Вот прям вот едешь и... Просто супер. Ну что, попробую включить роуминг. Уже денег все равно нету. Швейцария съела все деньги. И нет. По нашему лимиту все-таки жалко. Хотя мы Audi все-таки, мне кажется, мы ей пользовались там, в Италии. Мы же ни флешки, ничего не покупали. Вот, кстати, у нас очень много людей из Германии, кто давно здесь живет. Напишите, пожалуйста, Швейцария, Италия. Симки нужно покупать или дополнительно деньги. Но у нас вот, у меня было 9 евро на счету моментально, хотя у нас только навигатор. Мы не пользовались ничем. Подскажите, пожалуйста. Ну вот в Италии я вижу, роуминг включился. Сообщения все пришли. Посмотрим, насколько хватит нам. После Швейцарии уже Италия, это вот все просто, да, как Германия. Поля, уже гор практически нету. Солнце, 28,5 жары. Короче говоря, вот так вот. За ночлег мы ничего не платили. Абсолютно бесплатно в Швейцарии нам удалось.
мои дороги. Мы уже два съезда перепутали. Ну хорошо, здесь так 80 центов, евро 30, 2,60. Ну как бы вроде бы немного, но понемножку, блин. Ну мы прям жестко, конечно, два раза. А тебе же, смотри, тоже тебе, ну нет? А нет. Все, я молчу. Два съезда стоили нам денег, как говорится. Это еще хорошо, что вернулись вообще. Сейчас мы уже едем на Милан. И он нас пытается прямо в сам Милан, но навигатор выводит, а вот где-то что-то путаем, и капец получается. Ну, как говорится, нужно на своих же ошибках учиться. Мы как-то это у брокеров не видели. Да, если честно, мы сами были в Бибионе. И это все проходили. Но это было год назад. Блин. Ну, здесь вот так. Картинка так себе, потому что солнце все отсвечивает. Здесь деревья, дороги. Это все автобан. Едем дальше. Так что особенно, кто едет в эту сторону, ну и вообще в Италию, копеек побольше берите. Потому что у нас вот была бумажка, она говорит, нет, нету сдачи. Хорошо еще наскребли мелочь. Надо будет сейчас где-то съехать, разменять. Тоже не факт, что получится. Ну вот мы уже и подъехали к Милану. Сейчас мы его объедем и поедем дальше. Вам Милан не покажем. Это вот что значит перепутать один поворот. И в итоге едешь. Хорошо, что не через центр поехали уже Милана. Вообще итальянцы, конечно, ездят кто как хочет. Капец. Пофигу им, сплошные вообще. Вообще огонь. Все, автобан закончился платный, наконец-то. Едем по бесплатному. Ну, конечно же, сейчас мы опять заедем где-то на платный. Но платные ни в чем хороши. Конечно же, это все-таки... Скоростя, во-первых, во-вторых, удобство. Я пальму вижу. Блин, пальмой. Мы, конечно, пальмы видим очень часто и в Германии. Вот Милан. Но здесь такая жара, и вот Милан. Вот он. Вот. Видите, прям на моей ладони. Вот на этот автобан нам нужно попасть. Опять платные дороги. И вот такая огромная пробка. Хорошо, что у нас еще в запасе полтора часа. Можем постоять в пробках.
заехали в Милан. Как всегда, хотели на парк съехать. Здесь вот он пишет, зона трафика, лимит, смотри. Кто хотел в Милан? Я не хотела. Но мы в Милане. Ну, пока ничего особенного не вижу. Такое себе. Ну, наверное, есть красивое. Я даже не знаю, Милан, чем он славится. Вообще, конечно, в Италии водят, это что-то. Это просто капец. После Германии здесь вот просто беспредел. Германии настолько все порядочно водят. Все везде настолько, я не знаю, идеально. В Италии же на кольцо знак заезд уступи, никто не уступать не будет. Все прут. Все, разобрались, наконец-то выехали мы с Милана. И снова мы должны попасть на автобан. Снова пробка. Все как всегда. В Италии лучше не думать о съездах вообще. Здесь все дурацкие съезды. В Германии, в Швейцарии, если нарисован знак со стрелкой, то ты поворачиваешь и все, вот. Будет тебе счастье, как говорится. Здесь же все ровно наоборот. Стрелка в одну сторону, там в итоге 50 развилок. И все, и опять ты уезжаешь и оказываешься совершенно в другом городе. У них это либо означает, что ты в Милан заедешь, и там 100% будут отели, кафе и все остальное. Я не знаю. Но нарисован был просто парк прац, как обычный знак, как все как всегда, да. Я не знаю, мы уже второй поворот вот так колесим. Вот опять, а вот мы туда же вернулись. Капец. Италия, я тебя люблю. Хорошо, что не я за рулем. Жара 30, но мне кажется, как будто бы все 40. Алекс, что ты делаешь? Алекс, что ты делаешь? Ты ждешь море? Это флюк, флюк скажи. Море. Скажи флюк. И вот это, да, флюк цой. Ой, короче, вот нам сюда вот попасть надо. Вот. Между ними не залезешь. Итальянцы вообще не пропускают. У нас в Германии всегда пропускают. Здесь никогда. Все упрямые, противные. Наконец-то мы съехали. Буквально. Немного проехали. И вот он, грамотный, нормальный съезд. Сейчас... Ну, бензин, конечно, тут зашкаленный. Вот кому интересно, 2,21,9 дизель, 2,31 бензин. Ну, уже по названию можно понять, что, конечно же, мы в Италии. Феррарини. Пиугусто. Грация. Красота. Поели вкусных круассан. Даже немножко заправились. Здесь был бензин 2,20. А если вы сами заливаете, ну, без помощника, то будет... Евро 99, что ли. Ну, короче говоря, 20 центов за то, что вам помогут, да? Но это немного, хотя, по идее, но мы сэкономили. И тут, как всегда, пробки. Бесконечные пробки. Пока мы сидели, кушали, вроде была тишина, а теперь вот снова пробище. Thank you.
выехали наконец-то мы с Милана, теперь мы заезжаем на другой автобан, снова платный. Все, заехали. Думали, как что, оказывается, вот нужно взять такую. Просто в окошке берете и едете. А оплачивать уже будете при выезде. Ту сумму, которая вам набежит. Нам еще впереди 256 километров. Посмотрим, сколько нам обойдется эта дорога. Вам расскажем. Вот так поливают поля.
Да, наконец-то вниз едем. Все, уже надоело. Сан-Ремо нас ждет. Гельт, вот Баргельт, вот она. Вот Баргельт, вот это Баргельт. Что-то закрыто. Ну, сюда давай. Ну все, обрадовались мы, что платить не надо. А, увы, надо. Как мой муж сказал, дураков нет. По-любому где-то будет стоять, точно. Мне напоминает чем-то Таиланд. Нет? Я только пока была у брокеров. Ну, тоже красиво. Но в Бибионе дорога намного легче и намного дешевле, чем здесь сюда. Евро 81 тоже. Ну, это надо думать, потому что здесь эта дорога уже идет на Монако, на Ниццу. Естественно, такой ценник. Надеюсь, что дальше не будет, но там, по идее, уже такая обычная дорога, поэтому навряд ли. Я так думаю, это из-за Монако она такая цена и есть. Потому что здесь сразу после Сан-Ремо идет Монако. Потом Ницца, и потом уже Испания, Португалия. Вот так здорово жить в Европе. То, что мы читали в учебниках, все это здесь можно увидеть вживую. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Причем можно найти ночлег бюджетный и, ну, все можно найти, да? Если постараться. Все отдыхают по-разному, конечно. Есть кто через турфирмы все покупает. Мы ничего никогда не покупаем в турфирме, но пока еще. Может быть, когда-нибудь. В Египет мы только через турагентство ездили, конечно. Вот оно, Сан-Ремо. Вот такие домики, конечно, если прям вот высоко в горах, вообще дешево стоят. Но, естественно, это нужно потом ездить. И у них еще здесь, в Сан-Ремо, одна проблема. Очень мало у кого есть парковки. В основном все рассчитано, что вы на самолете, видимо, без машины, или я не знаю, где машину оставлять. Вот как раз тот автобан, с которым мы спустились. А представьте, какая высота. Ужас. Ну, хотя в Германии тоже такие есть высокие автобаны, но... Здесь еще и горы, и капец. Жутко аж. Сюда. Сюда. Уже на итальянском радио. Италия, она, конечно, да, она своеобразная. Мы это поняли еще, когда были в Бибионе. Но все равно, посмотрите, как красиво. Вот. Добро пожаловать в Сан-Ремо.
Египет напоминает. Да? Мне все что-то напоминает. Бибион мне что-то не напоминает. Почему? И что? Да. А, вот как надо. Это что, аварийка? Наверное, наложу музыку, потому что, во-первых, очень шумно, очень много байкеров. Байки можно взять в аренду без проблем. Муж у меня уже все, уже... Ты уже поменял мнение? Ты еще сюда хочешь? Я? Он уже сейчас только спускался и говорит, все, еще когда-нибудь, никогда. Я не поеду так далеко. Сама сядешь и будешь ездить. О, вообще пофигу. Они тут вообще ничего не знают. Они вообще по барабану. Хорошо, хоть еще никак. Где? Во Франции же наоборот ездит или где? Да, по-моему. Нет? Движение где-то. В Торонто точно. Ну ладно, не важно. Вот сколько байков. Желтый байк? Да хуй его знает, все желтый мигает. Куда мне? Ты что-то можешь знать, что нет? Знаю я. Не, слушай, это вообще в корень другое, чем в регионе. Это вообще абсолютно другое. Я думала, тут будет то же самое. Вот настоящая Италия. Вот, да, это настоящая Италия, действительно. Обалдеть. В регионе совсем все по-другому. Там мы даже и не поняли, что это Италия. Напор не работает вообще. We'll be right back.
заселились. Все хорошо. Отель самый простой. А вот красота. Ой, вот. Где? Вот. Жара плюс 37. Нереальная. Букинг не подвел. Сэкономили на парковке 24 евро. Потому что нет горячей воды, но это, как говорится, в такую жару можно и в холодную покупаться. О, я даже не видела. Все, идем гулять, показывать вам красоты. Ну, пока вот так. Это Италия, да. Это вот прям настоящая Италия. Мне, как всегда, хочется максимально все вам показать. Уже сколько байков. Пальма, самое главное. Огромные, красивые пальмы. За угол повернули, а вот оно и море. Ресторан. Тоже такой прям очень красивый. Типичный итальянский. Дорогие тачки. Итальянские ресторанчики. Но у нас, конечно, тоже их очень много в Германии. Потому что очень много итальянцев живет в Германии. Ну, а здесь без слов. Завтра больше отдохнуть, а сегодня поснимать. Надо же все показать. Ну и себе, как всегда, на память оставить. Вдруг на самом деле больше сюда не привезет. Кто его знает? Сейчас жизнь непредсказуемая штука. Нужно жить здесь и сейчас. И кайфовать от того, что видишь здесь и сейчас. Это казино. Казино Сан-Раймо. В Италии, конечно, как и в Египте, не пропускают пешеходов. Все без правил, нет светофоров, все как везде. Пальмы. Но зато такая красота сзади, да? Вот какая красота. Это как они называются? Как они называются? Туки-туки или как вот это? Которого в Италии мы хотели? Это рикши? Туки-рикши. Мы хотели в прошлый раз в Бибионе на таких покататься, но как всегда, не судьба. Вот оно море. Море! Наше дорогое, любимое море. Но мы холодные напитки не взяли. Лидо тут 30 минут. Вот тут к вам надо сходить обязательно. А
А вот уже и внизу пляж. Вообще супер отель. Прям класс. Мороженое все едят. Отдыхают, чилят. О, мы тоже идем. Ну все, мы заехали, заселились. Все хорошо. Будем отдыхать. С вами увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Всем пока. Всем вас любим. Спасибо, что вы с нами.